нерушимый. Здравствуйте, в эфире программа «Союз нерушимый». В роли ведущих программы сегодня по традиции... Как всегда, Владимир Сметанин. И Азиз Агаев. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, мы, надо сказать, долго не размышляли, чему посвятить очередную передачу, потому что сейчас у нас такой период, мужской праздник прошел 23 февраля, и вроде как-то говорить о нем не хочется, но прошел и прошел. Да, а вот Международный женский день 8 марта, он приближается. Мы чувствуем определенное возбуждение, такое внутреннее, с тем, что уже и весна на пороге, и, как всегда, мы помним, что мы с цветами идем и поздравляем наших уважаемых женщин в этот день, и, соответственно, сегодня тема у нас почти что праздничная. Почти что праздничная. Да. Да, праздничная, на самом-то деле. Безусловно, эфир приуроченный специально к 8 марта, и мы сегодня хотим поговорить, как это не пафосно звучит, о роли женщин в различных культурах. Да, тема очень серьезная. Ну, тема очень интересная. Я бы сказал, очень интересная, да. Потому что сегодня у нас нашими гостями является... Давайте представлять, у нас снова многонациональная здесь, да, снова команда. Многонациональная. С нами сегодня Алла Новикова, это руководитель еврейской общины города Кирова. Добрый день. Здравствуйте. Ашура Алиева, руководитель женского комитета дагестанской диаспоры. Соответственно, за дагестанскую культуру сегодня ответственная. И Наиля Масунова, ответственная сегодня за татарскую культуру. Это руководитель Межнационального клуба «Согласие» при Центре развития творчества детей и юношества «Лабиринт». Добрый день. Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочу спросить такой банальный вопрос. 8 марта для вас праздник? Для меня каждый день праздник. Каждый день праздник, вне зависимости от того, что там на календаре официальных дат. Алла Иосифовна, как относитесь к этой дате? Хорошо отношусь, праздник. Ну, хорошо сказала Наиля, каждый день праздник. Мне нравится такой подход вообще. У Наили-то, я даже знаю, откуда исходит, так сказать, такой подход, потому что велено жить в этой жизни каждый день как в празднике, получая божественную благодать. Я так, так и... Ашура, да. Конечно, для вас праздник. Несомненно. Да, праздник. Какие-то есть свои национальные... Ассоциации? Какие-то связанные с этим праздником? Есть какие-то свои национальные особенности празднования именно этой даты? Или все вот так довольно... Все по-светски. Похоже, да, на... Да. Да. Ну, да. Цветы вам... Все как у всех. Цветы дарят? Цветы обязательно. А цветы дарить может любой мужчина или только... Нет, только муж. Только муж. Только муж. Как? Нет, не только муж. Давайте поспорим, а еще сын. Ну, к сожалению, а у меня нет сына, поэтому мне дарит только мой муж. А еще брат, может быть. А почему только муж? Нет, ну у нас нет таких ограничений, у евреев нет, нет. Цветы могут дарить все. Ну, там долго рассказывать, раз уж у нас тема-то не взаимоотношения мужчины и женщины, то долго рассказывать, ну, почему в Дагестане нельзя, чтобы другой мужчина, замужней женщине, брату можно, да. Замужней женщине дарил там... Нет, нельзя. Нельзя, конечно. Но те близкие люди, которые у тебя есть, ну, это уже как бы традиция. Ну, да, я брат, думаю, что да. Не только в Дагестане, наверное, и... У татар тоже. Да, у татар в исламе, точно так же. Вообще-то в исламе нельзя дарить цветы чужому мужчине. Ну, чтобы чужой женщине, мужчина дарил женщине цветы, дарят родственники близкие. Соответственно, можно. Родственники, муж, родственники дети. Не только мужчины, но и дочери тоже могут, конечно, да, порадовать цветами. Но в исламе нет такого, что 8 марта праздновали. Я же вам сказала, что у нас каждый день праздник. Правильно. Можно все. Дарить цветы каждый день. Не только 8 марта. Да. 8 марта. Надо жить полной жизнью каждый день. Таково веление ислама. Ну что, вернемся к нашей теме. Да, о роли. Да, ну здесь я думаю, что тем представителям нашей женской половины, я думаю, что мы будем говорить больше о традиционном роли женщины в этих вот культурах. Татарской именно культуры и дагестанской. Значит, Ашура у нас хоть и даргинка, я думаю, что она прекрасно знает по Дагестану многие традиции, потому что во многом они схожи с своими некоторыми особенностями. Да, и Алла Иосифовна, значит, тоже расскажет об особенностях. У меня вообще интересный вопрос есть по поводу там особенностей роли женщины в еврейской культуре.
как, есть некие стереотипы, которые хочется иногда спросить, да? Ну, я спрошу. Ну, спрашивайте. Уже сразу спрашивайте? Конечно, давайте уже переходить к конкретике. Говорят, что в еврейской культуре, значит, передача как бы генов, там, наследование там и так далее проходит по женской линии. Да. И вот да. Для меня всегда вопрос, почему и какие исторические предпосылки к этому были? И в связи с этим, как изменилась роль женщины в отличие от других культур? Такие серьезные вопросы. Мы-то думали, у нас праздничная программа легкая. Так серьезно я не готовилась, на самом деле. Нет, действительно, у евреев, да, национальность определяется по матери. То есть женщина вообще у евреев в семье – это все. Вот, собственно говоря, это главный человек в семье. Может быть, поэтому каким-то образом. Ну, а как строится взаимоотношение, ну, скажем, женщины, которой все, с папой, который у всех других культурах является главой, там, который является очень часто всем для этой семьи. Да? Самый старший мужчина является... Там, со своим папой или со своим мужем. Ну, со своим мужем, да. Или со своим папой. Это тоже очень интересный вопрос. Со своим папой, ну, вообще, ну, я думаю, что это, наверное, у всех народностей присутствует, у всех национальностей уважение к родителям. У евреев это просто возведено. Ну, наверное, у вас так же, да, у мусульман? То есть родители... Почитать родителей, уважать родителей, это как бы родители сказали. Вы можете поддерживать микрофон, подтверждать, да. Вот, а что касаемо мужа, Ну, это две равноценные половины, так уж если спросить, ну, вообще, одного целого. Да, у евреев тоже, да, считается, что вот как бы... слово сорняк. У евреев считается, женщина создана из ребра Адама, часть человека, и она создана по образу и подобию. То есть это одно и то же. Это две части единого целого. Соответственно, взаимоотношения строятся. В исламе тоже женщина создана из ребра Адама. Да. Наверное, да. В отцы любой... и да, в прародители у нас одни и те же. Адам и Ева. Да. Ну, мы все мужчина, знаем, что Господь послал вам три книги святые, да, и один за другим, и каждый раз говорил, я посылаю вам эту книгу для того, чтобы вы жили по этим законам, по этим книгам, да. Вот вы сказали, да, женщина в еврейской культуре – это все. Давайте вот будем раздробить. Это хозяйка в семье. Это хозяйка в семье, это мать в первую очередь, ну, видите, как у евреев принято, мужчины, они живут светской жизнью, да? То есть они не так задействованы в воспитании детей, да? Абсолютно в домашнем хозяйстве. Да. За мужчины решающее слово. А ежедневное воспитание детей, ежедневное, вот, скажем, женщина следит за домом, там, кормит всех. Подготовка мужчины к решающему слову. Обязательно мужчины всегда советуются с еврейской женой. Обязательно. Вот. Ну, и потом, что тут говорить, ходит, вы, наверное, знаете массу анекдотов про еврейскую маму, опять же. Да, то да, есть да. Для любого еврейского мальчика мама это мама. Угу. Вот. Мать поэтому святой, вот да. Как-то так. Ну, а все-таки в воспитании-то сына, ну, как-то отец, мужчина должен присутствовать? Нет, он присутствует. Более заметно. Нет, это решающее слово мужчины, но в основном воспитание... Вообще-то женское. Ну, давайте более вот конкретно. Вот, ну, хорошо, вот он мальчик, вот ему, скажем, какие-то особенности до какого-то периода, какие там качества нужно, ну, значит, придать? Ну, до 13 или... лет в основном мальчика воспитывает женщина, до совершеннолетия. До совершеннолетия? Да. Воспитывает мама. Да. Ну, нет. Ну, подождите, 13 лет это считается совершеннолетием? Да, у евреев совершеннолетие. 13 лет у мальчиков, 12 мусульман лет тоже 14, у девочек. Да? Нет, у мусульман раньше. 12. Девочки в 9, а мальчики в 11-12. Понятно. Нет, у нас девочки, ну, 12, примерно мальчики 13. Примерно так где-то, да. Ну. Да. Нет, конечно, отец принимает участие, но в основном это мама. И что начинается по достижении 13-летнего возраста? Больше папа говорит, мама, отойди. Мама, я буду вас взрослая жизнь для детей. Взрослая, да. Жизнь. Взрослая жизнь для детей. То есть, они должны исполнять уже духовные, все начинать с этого времени, с начала совершеннолетия. Вот в исламе они должны совершать намаз пятикратный, держать посты, но так же, как и в еврейской семье. Да. Это уже... Да.
Интересно. То есть они уже принимают участие, дети, ну, во взрослой жизни. Я, какой-то. Честно говоря, я про, извините, еврейскую культуру не могу сказать, но про мусульманскую культуру могу сказать, что, наверное, в каждых все-таки народах есть свои традиции, да, но это не означает, что папа там до 13 лет там совсем не подходит. Нет, наверное, нет, да? Почему совсем? Нет, такого нет, что папа совсем не подходит, но в основном занимается мама. То есть на коня мама. Посадить там, научить кинжал метать, или там дома за коровой там походить, ну, условно говоря, я разные ситуации беру там, да, это, наверное, ну, папа непосредственно во всем этом участвует, да? Вот все-таки мы вот как-то, мне все кажется, что мы ходим вокруг да около, мне хочется очень понять, вот когда формируется мальчик или формируется девочка, вот, например, в татарской культуре. Мы имеем в виду характер все-таки, да, вот да, внутренний стержень. С учетом влияния ислама, само собой, но все-таки в татарской культуре, еврейской культуре, в даргинской, дагестанской культуре, а вот... какова роль женщины, то есть как и каким образом, и какие качества женщина должна или женщине следует своим детям, мальчику или девочке, и какова при этом роль? Ну, скажем, ну не может же женщина бороться, научить своего, хотя некоторые могут, я понимаю, но научиться там, условно говоря, вот бороться своего мальчика там, условно говоря, да? Не может же? Ну, не может, значит, папа учит. Там определенным качеством. Или на деревья лазить. Ну, не лазит же мама на деревья. Нет, там. А папа, наверное, покажет, там, как лазить там в лесу. Там. Да. Правильно, да? Вот вопрос там понятен, да? Который вот... Меня именно интересует в культурах. То есть вот в даргинской, еврейской и татарской. Потому что с учетом преломления ислама, понятно. Но все равно они отличаются друг от друга. Ашура. Вот у нас, если взять, вот, например, в Дагестане очень много наций, вот даргинцы, я вот как бы про мою нацию могу рассказать, вот в основном роль мамы в воспитании детей, ну, воспитание девочек, это уже играет самую такую основную роль, если даже папа принимает какое-то участие, но это уже ближе к мальчикам, да, вот воспитание ближе уже к сыновьям, там, ближе к этому, а вот воспитание девочек, это в основном самую такую роль играет мама. Ну, что-то она говорит, объясняет, показывает. Это же даже вот что-то приготовит свое национальное. Вы сказали, у вас сына нету. Да, у меня, к сожалению, нет сына. У меня есть дочка. А дочка есть? Дочка есть, да. Сколько ей лет? Она большая, 22 года. Уже заканчивает здоровье, да. Институт. И в этом году удачи. Учится. Ну и вот расскажите нам, вот какие вот вы... Личный опыт. Вот вы сейчас смотрите на это, говорите, вот смотрите, вот в этом смысле все отлично. В этом смысле. Я не буду так особо хвалить моего ребенка. Я уже живу 25 лет в Кирове. Но она как бы, она уже более светский ребенок, вот чем я. Вот я росла 25 лет, я была в Дагестане. Да. Вышла замуж, приехала сюда. Соответственно, ребенка я родила в Кирове. У нее свои какие-то понятия. Вот если я даже что-то говорю, например, Жамиля, нельзя вот так сказать, что-то такое сделать, хотя она у меня никогда такого не делает. Она говорит, мама, это твои старые какие-то стереотипы, там все такое. Но все равно у нее какое-то видение этого понятия, да. Ну, такая борьба поколений, да, вот все равно присутствует. Борьба поколений, ну, хотя борьба она культур, умница, красавица, учится, все хорошо. Вроде бы у меня и пререканий нет, готовить прекрасно. Ну, что-то есть. Вот отличие, например, как меня воспитала моя мама. И вот как я хочу ей это все, мою культуру донести, вот есть отличие. Вот. Что-то такое, ну, не знаю, не в глобальном таком этом понятии, но отличается что-то. Сесть поговорить, что называется. Ну, с ребенком. Да, я с ней очень много общаюсь. Она маленькая была, я с ней очень много читала, анализировала. Там. Например, мы едем каждый год к бабушке, соответственно, у нас ходят, но желательно, чтобы девушка была закрытая. Не в таком смысле. Ну и платье подлиннее, соответственно. И волосы, чтобы были прибраны, чтобы она была в косиночке. А у меня ребенок, она одевается, но все равно она придерживается светского как-то. Образования, там, понятия. Более уже сторонница такого. Гены никуда не денешь, конечно. Ну да, она хотя глубинные, и понимает наши обычаи, и уразу держит, вот пост она соблюдает. Хотя молиться она еще не молится, хотя уже поздно. Но
все какие-то канонии наши мусульманские, она соблюдает. Ну, научиться молиться никогда не поздно там прийти. А так вот она более светский человек, как я, вот по моему ощущению, по моим этим восприятиям, она более такая раскрепощенная, более образованная, там, в таком. А можно я вот поверну немножко, как бы вот попытаюсь? Вот есть одна такая притча наша, значит, горская, так сказать, притча. Мы все кавказцы любим друг у друга, значит, разные притчи там братья рассказывают. Ну вот, вот есть такая притча, как одна девушка из богатой семьи полюбила мальчика из бедной семьи. Ну, папа сказал, да что ты там... Он бедняк, вот, да, ничего тебе не даст. Да, он бедняк, ты что, ты вот сейчас живешь как сыр в масле, а туда пойдешь, там, что там... Она сказала, ну нет, вот этот и все, и только этот. Нет никаких вариантов там, вот только это. Или я, значит, вот сейчас иду и бросаюсь в ущелье, значит, или вы меня... Ну, папа любил, значит, свою девочку. Но, чтобы проучить ее, сказал, вот тебе матрас, значит, одеяло и подушка, и иди в его... Глиняное, значит. Вот все твое приданое, да? Вот все твое приданое. А девочка была очень образованная и умная. И во всем селении знали, что эта девочка образованная, много чего знает. И народ, как обычно, ходил к ней, значит, ну, то спрашивал, это спрашивал. И она постепенно, значит, начала делать таким. Придут люди, спросят, она говорит, вы знаете, приходите завтра, я у мужа спрошу и вам расскажу. И так изо дня в день этот люди, о, у мужа спросила, кто там курицу принес за совет, кто барана там и так далее, и так далее. И этот парень потихоньку стал самым мудрым, значит, человеком. В общем, авторитет во всем ауле, да. Вот вопрос ведь какой? Мы знаем обратные примеры по жизни. Когда вы имеете в виду женщину, когда авторитетный мужчина теряет весь авторитет, женившись на определенной женщине. И мы знаем другие примеры. Когда неавторитетный, значит, человек, женившись на определенной девушке, становится очень даже авторитетным. Когда семья становится образцом, когда там и так далее, и так далее. Вот давайте, может быть, вот на эту тему с вами поговорим. Вот именно о роли женщины. Вот в таком смысле, не только в смысле там воспитания, там, а вот целиком, вот как вы ее видите на самом-то деле? Вот какова эта роль? Или вот то, о чем я сказал, это одинаково во всех культурах, что так, и хорошее, значит, там умное, значит, все будет отлично, или если глупое, так... Или есть какие-то особенности? Мне кажется, это одинаково во всех культурах. Да, я тоже. Если женщина умна, да? Женщина делает мужчину, согласитесь? Да, что-то Найля хочет. Мужчина будет умным. Да. Тут мы, по-моему, мы единогласны. Да. Ну, хорошо. Ответ короткий. Ну, нет. Так, ну, можем передачу заканчивать на этом. Нет, на самом деле, женщина делает мужчину. Это тоже решает. Даже такой вопрос. Мужчина голова, женщина шея, да? Ну, я согласен, конечно, наверное, так. Наверное, так. Ну, какие-то особенности. Вот, ну... Ну, скажем, как воспитать храбрость, трудолюбие, там, как повлиять на то, чтобы мужчина принимал определенные решения, как вы показываете мужчине резкому там, и так далее, там, как-то вы его понуждаете считать до семи, например, прежде чем принять решение? Спокойствием. Вот я только своим спокойствием, терпением. Если муж чем-то недоволен, я лучше уйду в другую комнату. Переждать 5 минут. Да, а потом ему подам вкусный ужин. Вот уже ближе к теме становится. На этом все закончилось. Понимаете, самое интересное, что это опять общий женский рецепт. Конечно. Где-то промолчать, если даже что-то не тебе схватываться, не сталкиваться. Да, женщина должна уметь выходить из разных ситуаций. Естественно, мужчина работает, приходит с работы раздраженный, всякие ситуации бывают. Угу. И чтобы дома не накалять, это женщина, вот как я. Как мне мама говорила, отец говорит, еще за квартал идет, я уже знаю, какое у него настроение. Угу. Да. Поэтому и приучила и меня, и нас, детей своих. И я вот уже муж открывает дверь, я вижу, какое у него настроение. Угу. Такое сканирование происходит, да? Да, да.
Что можно и уже что можно сказать, как да. можно себя повести, чтобы это все уличное осталось на уличе, на работе так на работе. Это все проблемы остались. То есть терапевтическая работа, она начинается с открывания дверей. С открыванием дверей. И поэтому проблем никаких нет. Ну, можете, если это удобно нам, ну, вот хорошо, заходит муж, что делает? Вот он пришел в плохом настроении. Как вы вот какие-то привычки сразу, значит, такие, которые меняют настроение? Сразу накрываю стол. Только хотела сказать. Стол накрыла, ушла в свою комнату. И говорю, дорогой, давай садись поужинаем, а потом поговорим. Вот смотрите, вы уходите в другую комнату, а Наиля говорит, давай посидим, покушаешь. Сначала надо накормить, а потом уже задавать вопросы. Так, да. И вы в это время кормите его чем есть или начинаете думать, не надо ли на скорую руку ему такое что-то любимое чего-нибудь ему приготовить? Да нет, у меня или достать из шкафа там что-нибудь такое? Из шкафа ничего не достаем, но всегда любимая и вкусная еда на столе. При любом настроении, при любой ситуации. А вот именно такое поведение, оно продиктовано, обусловлено особенностями веры? Ислама или здесь не только? Или культура? Да нет, культура. Уже своей культурой, даже никакой другой культурой. Это если вот и это в мусульманских семьях, ведь если хочешь скандала, так поскандали, не хочешь скандала, ищи другие выходы, чтобы не ссориться, не ругаться, а чтобы все спокойно, мирно, тихо прошло. А вообще скандал между супругами – это грех? Ну, бывает. Вот грубо так уж говорить. Нет. Почему? Нет. В жизни же бывают разные ситуации, но из разных ситуаций надо выходить достойно и для мужчины, и для женщины, чтобы самое главное не унизить, не спустить. Вот многие начинают кричать на мужчин, ниже плинтуса опускают. Самое главное, чтобы мужчину ниже плинтуса не отпускать. А если мужчина все-таки вот настаивает, что называется, на том, чтобы поскандалить, вот прямо здесь и сейчас? Я, честно говоря, проникся вот мудростью. Можно выйти погулять. Можно выйти погулять. Найти причину к соседке уйти за солью, за спичками, за чем угодно, чтобы тебя не было 5-10 минут в квартире. А ведь разные бывают обстановки. Например, бывают. Например, при людях. Ладно, когда вы вдвоем, вот он пришел, и вы его там накормили, там хорошенький чай ему сварили, там, или что вы там, ну, чем поете, так сказать, да, у каждого свои есть там напитки там любимые. Вот, А вот, например, он пришел, а у вас дома, значит, его родственники. И он пришел и неправ начинает наезжать там по ходу. Вы ему возвращаете? Нет, я вот по себе скажу. У моего мужа 11, ну, родители, 11 детей в семье, очень большая. Дай Бог здоровья всем. Мы вот едем домой, это как бы уважение к старшим. Вот он самый младший из братьев, а пятеро братьев старшие. Хоть что бы они мне ни сказали, вот мы сидим за большим столом. Вот как бы они ни повели, как бы они там, я накрыла стол, сели, все, поужинали или позавтракали, там что бы ни было. Вот я стараюсь, я говорю, из моего опыта, вот то, что я делаю, я никогда не пререкаю. Вот что бы он ни сказал, значит, так и надо. Я могу это обсудить после всего. Вот мы поднялись в нашу комнату там. Если даже он не прав, я не буду говорить при всех. Да. Чтобы не унизить моего любимого человека. Хоть как бы мне это обидно не было, но я стерплю, оставлю это как. Но после всего я могу с ним поговорить. Очень дальновидно. Почему ты это сказал? Мне было, например, неприятно за столом. Ну, где-то он... Или... скажет какой-то... А что будет, если бы вы ему ответили? Ну, как вы, я не хочу... Мы сидим за столом старше, чем мы, там есть уже сидят кто-то старше. Пусть даже будет это один день. Это уже почитание, уважение там. Я не могу себе этого позволить. А никогда за 25 лет, никогда в жизни я себе такого не позволила. Вот как бы мне ни было, хотя мой муж очень тоже светский человек, не может себе такого позволить. И не было такого. Старше, я старше. Очень дальновидно, да. Можно ответить шуточкой? Да, конечно, пожалуйста. Превратить все это в шутку. Получается, что вне зависимости от традиции, каких-то женская мудрость. Это женская мудрость. А как же равноправие?
У нас и так разноправие. Эмансипация. Равноправие. В семье, равноправие. Конечно, в семье у нас... равноправие, вот у нас тоже в семье. Ну как, если он вот это, да. скажет, а вы ему не отвечаете, куда ну, же равноправие? Я могу даже не в этот день, я могу уже через день-два где-то что-то даже в шуточной форме там или еще что-то припомнить ему такой случай, что было, что у нас произошло за столом. Но это ни в коем случае, я думаю, есть такое не принижает которое... мои какие-то достоинства, там, или он меня этим хочет обидеть. Я думаю, не знаю. Есть даже. Такое высказывание, которое я помню до сих пор. Моя покойная теща как-то сказала, и что ты с этой правдой будешь делать? Как ты ее используешь, да? Да. То есть ты, конечно, прав. Ну, хорошо, ты прав. Но что ты с этой правдой будешь делать? Я прошу прощения. Пора прерваться нам на небольшую рекламу, после которой мы продолжим. Союз нерушимый. Продолжается программа «Союз нерушимый». Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Да, и наши гости. Азиз Али, еще раз озвучим. Кто да, у нас? Сегодня у нас Алла Иосифовна Новикова, руководитель еврейской общины города Кирова. Ашура Алиева, руководитель женского комитета дагестанской диаспоры. И Наиля Масунова, руководитель Межнационального клуба «Согласие» и пресс-центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт». Да, еще раз добрый день. Еще раз здравствуйте. Да. Продолжаем наш разговор. Вы знаете, мне вот хочется еще какой вопрос затронуть. Бывает, идешь по улице, стоят вот несколько женщин, да, или сидят они, и невольно слышишь, о чем они говорят? Говорят они о мужчинах, о своих мужьях. И вот жалуются на них. Кто-то вот такой-то он, сякой-то он. Я был несколько раз невольным свидетелем таких разговоров, когда одна, ну, молодая еще достаточно, видимо, супруга упрекала своего супруга в том, что вот он мало зарабатывает, денег не хватает. И вот, собственно, в ваших традициях с точки зрения присутствует ислама, нечто подобное. Про мужа нельзя, ни про мужа, ни про жену. Муж не должны никому вообще ничего рассказывать. Ну, то есть... Семья есть семья. В жизни всякие ситуации бывают. Мало ли, много ли он зарабатывает. Сколько Всевышний дал, столько и заработает, столько и получит. Сколько он не рвись, не пытайся заработать. Не спослано Всевышним 1100 заработать в этом месяце, столько и получишь. Нет? Как вот ты высоко берете 1100? Вы говорите 10 тогда тысяч. Вот заработал он 10 тысяч, приносит домой. Бедная женщина не знает, то ли на обед сварить, то ли на ужин. А я говорю спасибо. На этом достаточно. Значит, кому вы говорите спасибо? И мужу говорю спасибо, и государству говорю спасибо, что и эти 10 тысяч дали. Значит, нам... Надо прожить в этом месяце на 10 тысяч. Значит, в будущем месяце мы заработаем больше. А как же благодарность Всевышнему? Это благодарность Всевышнему. Обязательно на 10, тоже, да? Да. Это в 10 тысяч нам достаточно столько данных. Но никогда вот, но это грех, конечно, вот так вот. Я знаю, у нас тоже есть... Да, я сама слышала случаи, но не в татарских семьях, но и тоже работаю в светской организации. Ну, есть, что мужья мало зарабатывает, и все. Я такую, конечно, я против этого. Семья есть семья, и они должны... Ну, мужа тоже всякие могут быть ситуации, что мало заработал. Конечно, это же не от него тоже зависит. Я вот против такого, даже если даже вот со стороны светской этики, что это некультурно и некрасиво чужим рассказывать людям... Про мужа, сколько он заработал. А если женщина все-таки не сдержалась, и вот такие речи начались, можно ее одернуть, не знаю, упрекнуть как-то? Вот, какие-то методы воздействия-то есть? Кому? Кто должен одернуть? Если вы стали невольным там, свидетелем такого разговора. Ну, я могу сказать, да. Можете сказать, да. Да, если я, это мне неправильно. Хорошо, если мне хорошо знакомые люди, я им говорю, что это, да, что это неправильно. Ну, это и правильно. Что это и тихонечко, некрасиво. Аккуратненько. Что некрасиво. Не, я уж не говорю, чтобы при всех там это, мы просто... отойдем и уже потом я им говорю, что вот это неприлично и нехорошо обсуждать своего мужа. А если муж будет обсуждать свою жену со своими друзьями, тогда что? Это некрасиво. Алла Иосифовна,
Ну, как у евреев? У евреев, как еврейская женщина, да. Вот я, например, хочу сказать, что мой муж самый лучший на свете, и мои дети самые лучшие на свете. То есть вот традиция такая. Угу. Что происходит у нас там? Это наше дело, да. А вот то же самое, что и говорила Наиля. Угу. То есть я думаю, что, наверное, да, везде всех, это да. Так же, да. Только хвалить в коллективе. Угу. Самые прекрасные дети, самый прекрасный муж. Угу. Вот. А Шура, тоже согласна, да? Тоже согласна, да. Никогда не обсуждала. Ну, повезло. Ну, нет, у нас действительно не принято. Нет, у нас действительно, вот мы же собираемся регулярно, скажем. Мне достаточно. Сколько зарабатывает мой муж? Дело даже не в деньгах. Вот собираемся с женским коллективом своим каким-то. Никогда никто из девочек, ну, из женщин наших, никогда ни слова был. Мой муж самый прекрасный муж. Да, но я вот и хотел спросить, а погордиться? Обязательно похвастаться, погордиться. Погордиться, да. Погордиться? Да, 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 только так. То есть какие-то там определенные дела, достижения? Да, 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 что да, обязательно. Да, да, и даже если на самом деле их нет, то они придумываются в процессе разговора. Потому что то, что запрограммировал, то исполняется. Конечно, конечно. Присутствует ли такой извечный вопрос, должна ли женщина работать в семье? Где она должна работать? Ну, или муж, женщины, вот, может быть, раньше женщины не единственным работали. Добытчиком? В исламской семье, вообще-то, женщина, она хранитель очага. Угу. Она должна заниматься дома, детьми, хозяйством, оберегать... Да, детей много традиционно. Богатство мужа. Да. Так как женщины приходили в дом мужа, она должна оберегать богатство мужа, оберегать, воспитывать детей и ждать мужа с работы. А сейчас, видите, мы уже... И сканировать, когда он заходит. Когда не знаю, вот сканировали, не сканировали, конечно, тогда не знаю. Но сейчас вот куда деваться? Приходится и женщинам работать. Но шариат не запрещает работать мусульманским женщинам, но только чтобы это была работа халяль. Дозволенная. Халяль – это дозволенная. Ну, например, вот... Нельзя, например... Кем конкретно? Торговать вином нельзя. Спиртными напитками, табаком, свининой. Ну, вот такими... Но не рекомендуются тяжелые работы. Не рекомендуются тяжелые работы. Да. Ну, то есть это не запрещено, не запрещено, но не рекомендуется, но не одобряется. Не одобряется, да. Но основную вот большую работу должен, конечно, вот у нас сейчас мы все живем с садами, это дело должны копать землю. А вот я вот сталкивался с ситуациями, когда очень хороший человек, отец, у него жена вроде неплохая, все хорошо, но, значит, жена при детях позволяла там сказать про мужа, ну, вот он, как всегда, значит, он опять опаздывает, или там, вот он менее энергичен, чем там другой там человек, и так далее, и так далее. И потом эти фразы я слышал уже из уст детей. Да? Детей. Конечно, да. Детей. И соответствующие отношения. Она, вот как вы вот считаете, какова в этой ситуации не только роль женщины, а... Как вы считаете, как нужно детям представлять отца? Потому что то, что вы сказали, что детьми занимается все равно женщина до определенного возраста и воспитывает его, да? Соответственно, женщина формирует образ отца в глазах ребенка, да? И всегда положительно должна представлять отца положительно. В идеале, конечно. В идеале. Да. Но исключения бывают. Нет, какие-то, может, жизнь. Но при детях, но свои... нельзя вот ссориться при детях. Это да. Везде, и во всей, и в религии. С супругом ссориться. Да, с супругом ссориться при детях. Нельзя. Чтобы дети какие-то вот разговоры негативные, чтобы дети слышали. Угу. И в 40 родителей не должны принимать участие. И дети не должны, дети всегда должны знать, что у них отец самый лучший. И мать, и в том числе и мать, отец должен говорить. Но есть сейчас по телевизору же мы все видим. Весь негатив. По телевизору лучше многое не смотреть. Не брать пример. Знаете, что мы видим. Но дети же это смотрят. Да. Не могу еще не спросить о том, как выстраиваются взаимоотношения с еще одной женщиной, немаловажной в семье, с мамой мужа. Вот как тут? Нормально. Алла Иосифовна. Мама мужа – это человек, которого нужно уважать. Да. Как бы она себя ни вела, это мама мужа. Поэтому
То есть ее слово... Ну, вообще, выше. Традиционно ее слово, угу. Да, но, опять же, жизнь современная диктует какие-то свои определенные такие нюансы. Вот. Но лучше помалкивать. Помалкивать. В принципе. В присутствии. Да. Вообще так. Конечно, лучше в присутствии выслушать, что скажут, а потом уже покивать головой, принять во внимание, а там уже как сложится. Потому что еще вот это надо обсудить с мужем. Муж как будет? Относиться к этому. Да, к этому. Но в любом случае она уже заслуживает уважения за то, что родила вам этого человека, который... За которого мы замуж вышли. Мать твоего любимого человека. Да. Соответственно, я так понимаю, что муж точно так же относится к вашей маме, так сказать. Конечно. Любимая жена, соответственно, это мама. Да, соответственно, и мама. Своей любимой жене тоже. Ну, а... Вот когда я задавал вопрос про то, как вы формируете, так сказать, образ мужа, скажите, а вот вы формируете его с учетом того, что этот образ должен помогать вам воспитывать детей? Конечно. Сложно я задал вопрос? Или... Нет, я просто сижу и так продумываю. Да. Конечно, муж должен помогать и воспитывать детей и в хозяйстве. Не муж, а вот тот образ, который вы формируете в детях своего мужа, то есть отца семейства, или вы его формируете в виде главы, там, например, да, самого умного и храброго человека там, и так далее. Да? Ну, каждый формирует по-своему. И вот вы с дальновидной политикой, так сказать, да, с будущим, что... Или... Исходя из чего вы, вот, нет, например? Вот если, скажем, мальчик, да, сын в семье, да. Конечно, нужно формировать такой образ мужа, его отца, угу. Поскольку он сам станет отцом, да. И, соответственно, будет себя вести в будущем. Угу. То есть ты в ребенка закладываешь какие-то такие уже серьезные моменты. Вот. Так, как-то. Да? Я вполне согласна, конечно. Я просто почему такой вопрос задал? У нас мама формировала таким образом, что папа был после Бога второй на земле. И если вдруг что-то получалось, и мы маму не слушали, то достаточно было одной фразы. Ну, папа вечером придет, и поговоришь с папой. То есть, и у нас уже больше вопросов не было. Как папа придет вечером, что я с ним буду разговаривать? Надо быстрее делать как правильно. Потому что мама с детства формировала такой образ отца. То есть... Для нас это был, да, это вот Бог наверху. Правильно, вы, наверное, соответственно себя сейчас ведете по отношению к своим детям, ну, конечно, как-то чувство ответственности. И вот даже исходя, вот как моя дочка представляет вот это же представление о папе, вот она говорит, мама, даже мне трудно будет найти такого парня, чтобы он соответствовал, хотя бы что-то было такое же хорошее качество, как у моего папы. Да. Можно еще такой вопрос? Действительно, вот материнство и для татарских женщин, и для еврейских женщин, и для дагестанских, это вот такая вершина какая-то женской сущности, да? Можно так сказать? Ничего важнее нет. Что? Стать матерью. Конечно, стать матерью. Что еще может? Это самое такое, наверное, прекрасное. Нет, только как же карьера? Нет, вот я как раз к этому вопросу и хотел перейти. Они хотели бы стать мисс мира? Сначала карьеру сделать, а потом детей. Карьеру можно сделать, а потом никогда не стремилась. Еще что-нибудь, чтобы по телевизору почаще показывали. Можно все делать, можно все успевать. Все можно сделать, что сказать. Просто как в последнее время можно там слышать, читать всевозможных интервью. Нет, вот до 30 лет. До 30 лет я не буду выходить замуж. Совершенно неправильно. Потому что все можно делать параллельно. Да. Совершенно. Абсолютно согласен. Да. Да. Хоть дети я не женщина, но... Дети не обуза. Можно сделать все. И получить образование, и сделать карьеру прекрасную. И вовремя родить детей, чтобы они были здоровы. Лучше, да, пораньше родить. А, кстати, есть какой-то оптимальный возраст вот, для рождения ребенка? Или как, вопрос медицинский, наверное. Или как, собственно, всевышний. Нет, ну вот считается... Девушка, во сколько выходит замуж? Вы с вами как? Вот вчера показывали, были в 12 девочка родила. Мамочки. Нет, я имею в виду все-таки... До 18, ну, как бы нежелательно. До 18 нежелательно. Но сейчас в исламе тоже рано не выходят как бы замуж. Уже... Есть определенный возраст, да. Там уже, когда, ну, видно, сформировалась уже девушка. До 18 все, лет, да. Уже более до совершеннолетия. Уже родители знают, уже придерживается что придерживается такого возраста. А, да, а так, что иногда пытаются изобразить, что в исламе там типа раз с 9 она уже, типа, уже должна соблюдать все, то в 9 ее можно, ну, я не знаю. Я
не знаю, в каком. Нет, это не для замужества. Где это там? Она ведь совершеннолетность считается не для того, чтобы замуж выйти, а для того, чтобы исполнять ритуалы, духовные обязанности, да. Для чтения намаза, чтобы уже ребенок встал на намаз. Полноценный в духовном смысле человек. Да, это в духовном, да. Уже идет в физическом тут уже... С этой стороны уже начинается духовное воспитание детей с этого возраста. Смотрю я на часы, и, к сожалению, приходится нам завершать наш сегодняшний интересный разговор. Мне хочется поздравить... Хотя им хочется еще о многом, да? Да, безусловно. Только разговорились. Да. Только вроде бы настроились. Я думаю, что после 8 марта... Ну, мы можем быть продолжить. Да, продолжим. Да, у нас тем-то, честно говоря, очень много. И на самом деле мы испытывали определенные трудности с тем, что вот первый раз нам посчастливилось, когда мы на эти темы можем поговорить в студии, когда у нас трое... женщин разных культур. Да. А до этого все мужики приходили. Ну, в смысле, мужчины. Где джигиты, где там всякие. Да. Вот, поэтому, но в преддверии праздника... Да, в преддверии праздника обсудим этот вопрос, да, да. Чтобы еще поднять подобные темы. Спасибо, спасибо Алла Новикова, Шура Алиева, Наиля Мусунова. С наступающим вас! Всех поздравляем. Вас. Спасибо. Да, с праздником. Всех дай Бог вам всем здоровья. Да. Всего доброго. Спасибо. Союз нерушимый.